Этот лес растет здесь уже тысячи лет. Когда-то весь высокий берег Оки был покрыт такими дубравами, а сейчас город разросся, а вот этот кусочек леса остался. Теперь этот кусочек леса взят под охрану, и здесь сейчас памятники природы – Щелковский хутор и Марьина роща. А лес остался лесом, поэтому в нем живут животные. Здесь можно встретить белку, зайца, ежа, куницу. Обитает около сотни видов птиц. То есть природа здесь по-прежнему живет своей жизнью. Современные городские жители ничего не знают, к сожалению, о том, как устроена природа. Люди иногда не отличают березу от осины. А когда видят вяз или, например, ясень, просто впадают в ступор, не знают таких деревьев. И здесь, на нашей экологической тропе, мы как раз и рассказываем им, как устроена природа, кто здесь живет, что здесь растет. Здешние места называются Марьина роща в честь знаменитой разбойницы, которая грабила московские обозы в XVI веке. Для русского народа лес всегда был родным домом. Люди хорошо знали окрестности деревни, использовали и богатство леса, ходили туда отдыхать и немножко боялись, немножко почитали лес, но всегда были очень близко, связаны с лесом. Приглашаем вас на прогулку по экотропе в архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелковский хутор».